Вот вопрос, который мне очень интересно вам задать. Ученые послали инопланетным цивилизациям некое письмо, я про нигде не мог узнать, на каком языке, которое 30 лет будет куда-то идти, и там эти ученые описывают главные принципы земной жизни. Вот если бы вы писали о главных принципах жизни на Земле, вы бы о чем написали инопланетянам? Ну, позвонить нельзя, да? А кому бы вы позвонили? Ну, я просто спрашиваю. Интересно, с кем мы настолько отвыкли писать письма, что спрашиваю, позвонить нельзя, номера телефона нет, значит, надо писать. Я бы, наверное, написал о том, что вот в принципе жизни у нас такие. Вот человечество четко совершенно разделилось. Одни строят, лечат, воспитывают, кормят, выращивают. Другие разрушают, взрывают, берут заложников, стреляют, разрушают то, что строят эти. Так же деловито. Так же деловито, так с такой же остроумной выдумкой. Вот приходят после того, как построено, и с не меньшей выдумкой, с не меньшим гением начинают думать, как это взорвать. И взрывают. Вот эта история вообще про Герострата, как я первым был. Вам кажется, что человечество в течение веков не улучшается? Да, к сожалению. А зачем тогда? Хотя я думал, что книжки, я думаю, мы все думали, что книжки к чему-то приведут хорошему. Ну, книжки, наверное, не то. И порка не помогает, и расстрелы не помогают. Ничего не помогает. Человечество стало лучше? Не стало лучше. Я стал лучше? Не стал. Я и был хорош. Хорошие люди. Вы знаете, доброта все-таки в человеке появляется с возрастом. Доброта. Дети разве не добрые? Не знаю, не очень. Есть добрые, это и в виде исключения. Доброта, это нарабатывается. Доброта нарабатывается, как мне кажется. А такой маленький он еще нет, он еще жестокий. Он еще жестокий, и терроризм-то человек, весь... Человек добреет, чем старше, тем добрее, не наоборот? Да. Чем старше, тем добрее. У него вырабатывается сочувствие, он понимает уже, что это стоит. Террористы! Почему молодые все? Казалось бы, пожилой человек, плохой диагноз. Обматывайся. И пошел. Сколько тебе осталось? Тебе немного осталось? Нет, не пойдет такой человек. Он еще попробует этот порошок, еще эту таблеточку, еще на последние деньги куда-то пойдет к знахарю, к колдуну. Не пойдет себя взрывать, а пойдет именно молодой. Именно вот в таком возрасте, который еще, наверное, не понимает, во-первых, что такое жизнь и что такое люди, и почему надо отнимать жизнь у окружающих. Он не понимает. А такой совсем еще не понимает. Я закончил.